Второй день идет дождь. Идем, смотрим, какую машину нам они подготовили. Мы заплатили за 4 дня всего там $134, но они взяли $574 депозит, который пообещали вернуть. Посмотрим. Проснулись, холодильник не работает, кондиционер не работает, ну и спать было тяжело, поэтому. Ну хорошо, они где-то к 11-12 часам включили все. А дождь идет. Да, мы не могли вызвать такси, наверное, сколько? Около часа. О, Бланкита написала, что 200 песос. Полиции здесь много? Патрулируют? Да. Регулярно патрулирует полиция, да? Наш Убер не застрял там в этих, посреди леса, в озере глины. Короче, здесь у нас, вот здесь нормальный асфальт, а здесь просто, короче, нет дороги. Здесь просто какой-то, какая-то глина, земля и... Google карта всегда ведет навигатор с этой стороны, и все бедные таксисты, там яма на яме. Они иногда из-за этого отменяются, потому что просто отказываются проезжать. Вот, наконец-то, короче, арендую машинку. Вот эта машинка, автомат. Наконец-то получится покататься на автомате по Мексике. Поэтому сейчас, короче, посмотрим, как у нас дела. Смотрим, okay. Смотрим. Кать, ну что, ты как? Все, наконец-то взяли машину. Единственное, что немножко за это самое, за... Стрессанули, потому что там какие-то еще нужно было кредитные карточки добавлять и все. Очень остальное. Странно, вот это для меня, конечно. Просто оставить свою кредитную карту, номер кредитной карты со всеми обозначениями, номер, фамилия, имя, чтобы они в любой момент смогли списать деньги, если мало ли что. Просто. А кто сказал, что они не захотят и потом что-нибудь не спишут? Ну, короче, ну, такое. Ну, мы им удачно и дали, короче, списать с ничего. Да, мы им просто дали левые цифры, поэтому они хитрые, мы хитрее. Коль, мы уже почти собрались? Да, у меня еще куча косметики, которую нужно собрать. Посмотрим, что у нас там сегодня за погодка. Солнечно. Но мы уезжаем отсюда. Солнце, мы готовы? Все, мы готовы, можно выносить чемодан. Начинаем вынос чемоданов, да? Сейчас обуюсь. Переезд. Начинаем переезд. О, да-да-да. О, да-да-да. О, да-да-да. Мы оставили на чай, мы оставили ключи, салфетки. Это мы все забираем, воду забираем. Зато у нас есть зеркало. Да-да-да, приехали, короче, в Мексику на пару месяцев зеркало купили. Супер, супер. Обуваюсь и выходим. Купим кофейку и в дорогу, да? Flat white, leche de coco, por favor. И мы приехали в наше новое жилье. У нас еще есть крутая новость. А крутая новость — это то, что наши документы прошли, и мы скоро едем в Польшу. Как эстрадные артисты
Наконец-то мы добились этой славы. Наконец-то нам можно себе позволить, в общем, проехаться по всей Европе. И с удовольствием. Мы забыли, насколько это длинный лифт. Он очень долгий. Ты помнишь? Смотрите, мы живем на третьем этаже. И сколько, вы думаете, по времени это займет? И мы все еще, вот он едет, и он до сих пор типа якобы на Е. Мы еще даже... На парковке. Да, он же жит, но мы еще на парковке. Итак. Ну, в общем, мы будем ехать минуты две, короче, на третий этаж. Заходи. И что, покажешь нам рум-тур? Покажу. Ну, погнали. Ну с чего начнем? Какая... О, смотри, кухня какая у тебя прикольная. Так, вот наша комната гостевая, наша кухня. Мне нравится, что здесь классно оборудовано для того, чтобы жить, потому что очень много посуды. Очень много посуды. На самом деле, это жилье для съема есть прямо на Google Map, называется Amaite. Название мы прикрепим в описании и ссылку на это жилье тоже. Нам дают это жилье за $1000 в месяц на долгосрочную аренду, плюс свет. Мне очень нравится, что здесь просторно, очень свободно и, в принципе, есть элементы декора, все так очень сделано аккуратненько, чистенько. Ну, в общем, здесь приятно находиться, приятно жить. Даже есть такие штуки, как, например, вот такое вот зеркальце, где можно сложить украшения. То есть вот всякие пуфички, коврики. В основном постройка такая, что все очень компактное. Эта квартира, ну, считается очень просторной. И здесь у нас гардеробная. Мы еще ничего не разложили, мы только заехали. Сейчас будем как раз раскладывать вещи, делать закупку большую, пойдем в магазин, посмотрим, что у нас здесь с торговым центром. Но мы видели, что здесь очень большой торговый центр, прям соседнее здание от нашего дома. Солнце, мы что, опять переезжаем? А куда в этот раз? Возвращаемся снова в Россию. Потом в Грецию. Может, в Украину. Но конечная точка пока в Польшу. Потому что мы наконец-то едем на собеседование. Все, назначили собеседование. Отлично.